3,5 года в колонии-поселении за смерть двоих на Кольцевой. Сегодня огласили приговор Александру Кутовому. 20 июля почти в полночь он ехал по Кольцевой. Не заметил знаки аварийной остановки, мигающие аварийные сигналы машин и полицейского, оформлявшего ДТП с водителем, которого он опрашивал. На высокой скорости сбил обоих. Они скончались на месте. Еще один водитель и его пассажирка, девушка 24 лет, получили тяжелые травмы. Кутовой вину признал. Кроме сроков колонии и поселения, а это самый легкий режим в тюремной системе, Александру Кутовому нельзя садиться за руль 2 года. Виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии и поселении. Осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.